Добрый день, друзья! Вы на кулинарном канале Натальи Горбачевой. Это третье видео из серии о супах на курином бульоне с различными крупами. На моем канале недавно появились рецепты гречневого и овсяного супов, а сегодня я буду готовить суп с перловкой. Ее я предварительно замачиваю на 2-3 часа в воде. В это время можно заняться бульоном. О разделке куриной тушки и суповом наборе, который при этом получается, я рассказываю в отдельном видео. Все ссылочки вы найдете внизу в описании под этим роликом. Куски курицы я закладываю в кастрюлю, заливаю холодной водой, довожу до кипения, солю, снимаю пену и варю около получаса. Затем мясо вынимаю, бульон процеживаю и ставлю снова на плиту. Вымоченную перловку хорошо промываю и добавляю в закипающий бульон вместе с овощами. Кроме лука, моркови и картофеля можно использовать болгарский перец и помидор. Засыпаю зелень, кладу лавровый листик. Варю суп с момента закипания 25-30 минут, а затем даю ему еще настояться такое же время. Этот суп можно варить и за один прием, закладывая ингредиенты в закипевшую воду после того, как вы ее посолили и сняли пену. В этом случае крупа, овощи и мясо варятся одновременно. Приятного вам аппетита! Если видео вам понравилось, поделитесь им с друзьями, приходите на мой канал, подписывайтесь и обязательно включайте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео.